Всем здравствуйте! Вы на канале Деревенские посиделки. С вами Ирина. Сегодня я хочу записать видео, посвященное небольшой экскурсии по моему каналу. Канал я веду на тему сад-огород, строительство в деревне, исторические экскурсии по интересным местам нашего города. Значит, для тех, кто нашел, например, какое-то видео и хочет подписаться на канал, значит, что для этого нужно сделать? Для этого нужно в любом видео всегда внизу у любого канала есть название канала. Вот давайте сейчас мы откроем первое попавшееся мое видео. Вот смотрите, это одно из последних видео, которое, значит, я загрузила буквально вот позавчера. Вот здесь внизу, если вы увидите и внимательно посмотрите, находится название канала. Вот видите, деревенские посиделки. Слева значок, логотип канала. Это на любом видео так. Внизу расположено название. Значит, чтобы перейти на канал, вот вы посмотрели, предположим, видео, вам хочется перейти на канал, вам нужно нажать, вот видите, стрелочка превращается в указательный такой, руку с указательным пальчиком. Это значит, что работает гиперссылка. Нажимаем на название канала. Сейчас откроется канал. Вот открылся первая страничка канала. Вот здесь приветственное видео для новых зрителей. Сейчас мы его остановим. Вот оно расположено здесь, как бы на обложке, да, лекарственные травы, иван-чай, его заварка с другими травами. Чтобы подписаться на канал, значит, на любом канале есть такая кнопочка справа. Вот сейчас я зайду на любое, буквально, видео любого канала. Сейчас мы с вами выйдем. Я покажу, как подписываться на канал. Так, это вот у нас главное, да? То есть даже та, которая... те видео, на которые, предположим, канал... Вот тут я подписана на канал. Так, сейчас... Найдем, которые не подписаны, на которые я на каналы. Так, 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 так. Ну, по-моему, вот на этот вот канал я не подписана. Сейчас посмотрим. Покажу вам, как подписываться на канал. Да, вот на него я не подписана. Вот смотрите, на любом канале справа есть вот такая красная кнопочка «Подписаться». Значит, чтобы подписаться на канал, сначала надо нажать на эту кнопочку. Видите, вы подписаны, но... Вся фишка в том, что теперь YouTube оповещение присылает только тем зрителям, которые нажимают темный колокольчик. Значит, теперь мы нажимаем вот на этот белый колокольчик, и вы видите, выскакивает три варианта. Вы должны получать либо все оповещения, либо на основе предпочтения, либо никакие. То есть вы можете быть подписаны на канал, но к вам оповещения о новых видео приходить не будут, если вы нажмете на зачеркнутый колокольчик. Чтобы к вам приходили все оповещения о новых видео с моего канала, вам надо нажать вот этот темненький колокольчик с надписью «Все». И тогда у вас возле кнопочки «Вы подписаны» будет вот такой темненький колокольчик. И к вам на канал будут приходить буквально все оповещения о новых моих видео. Я на своем канале это показать не могу, потому что на свой канал, конечно же, подписаться невозможно. Так, далее. Как устроен любой канал в YouTube, в том числе и наш? Значит, смотрите, вот это вот главная обложка, страничка, как бы, да, обложка нашего канала. Внизу, кроме приветственного видео, либо плейлиста самого главного, обычно, который ставят все блогеры на обложку, внизу идут недавние действия, то есть те видео, которые запущены буквально вот в последние дни. Можно также их открыть, нажав вверху кнопочку «Видео». Вот нажимаем кнопочку «Видео», и вот выскакивают все подряд в хронологической последовательности все видео. Ролики, которые я выкладывала на канале в последние дни. Вот последний ролик, который выложен был день назад. Значит, то есть вы здесь можете полюбопытствовать, какая тематика, можете найти тот ролик, который вас особенно заинтересовал, сразу же нажимаете на него и смотрите. Вот можно вот так вот до конца листать, они будут все подряд загружаться, все в хронологии, как они вот уже годичной давности пошли видео. И вот так вот они дальше все загружаются. Дальше. На более-менее нормальном канале всегда все видео распределены по темам. Эта тема называется «Плейлисты». Нажимаете на эту заголовочек, на этот «Плейлисты», и вот у вас выходит несколько плейлистов, самые популярные, которые использовались в последнее время. Чтобы вам открыть все, так и нажимаете «Все плейлисты». И вот у вас открываются сейчас все плейлисты, существующие на канале. Непосредственно на моем канале посмотрите, какие есть плейлисты. «Ремонт дома в деревне», «Посадка деревьев и кустарников», «Все о семенах», «Все о рассаде», «Экскурсии», «Народные промыслы», «Кулинария», «Лекарственные растения и народная медицина», «Рукоделие», «Пчеловодство», «Природа щедрые дары». Скоро, кстати, «Природа щедрые дары» я
веду в народную медицину лекарственное растение. Вот этот вот плейлист буду ликвидировать и вот сюда вот все буду перебрасывать, все видео. Дальше. Строительство своими руками, красота русской природы, обзоры покупок товаров и бытовой техники, урожайная грядка и мысли вслух. Вот такие вот плейлисты есть на нашем канале. То есть, кого что заинтересует, можно прямо нажимать. Посмотрите, например, вы хотите посмотреть видео о посадке деревьев и кустарников. Нажимаем «Посмотреть весь плейлист». Нажимаем. Сейчас он открывается. И вот все видео, которые на тему посадка деревьев и кустарников, вот расположены здесь. Тут и про кедры у нас, и про каштаны, как их вырастить, как их посадить, как ухаживать. Вот орех маньчжурский, очень популярное видео. И вот как вырастить каштан, который уже к миллиону просмотров приближается. Вот такие вот здесь есть видео. Возвращаемся назад. Ну и вот смотрите, здесь все плейлисты можно посмотреть, какие существуют. Следующая вкладочка, называется она «Сообщество». Я вам покажу, вот она наверху, заголовочек. Вот видите, нажимаем на вкладочку «Сообщество». И открываются мои фотографии нашего канала. Здесь можно комментировать фотографии. Вот, например, видите, вот сейчас оставлю лайки для тех, кто уже прокомментировал мои фотографии. Вот опять видите еще фотографии, к ней тоже мой комментарий, либо зрители. Вот речка наша в деревне, очень красивая фотография. Вот, пожалуйста, вот цветочки, ну и так далее. То есть все фотографии, которые блогер публикует, кроме видео, вот на этом вкладочке сообщества, вы можете посмотреть. Так, дальше. Ну вот каналы, это если, например, есть еще. Ну вот на какие каналы я подписана, здесь можно полюбопытствовать. И те каналы, с которыми мы сотрудничаем, то есть друг друга рекламируем. Вот они в вкладочке «Интересные каналы» находятся. И о канале. Последняя вкладка о канале. Здесь, что может быть интересно, здесь описание тематики канала. Дата регистрации. Вот непосредственно сколько просмотров. Можно посмотреть также вот здесь под названием, сколько подписчиков на канале. Ну и внизу вот все ссылочки, посмотрите, вот если кто-то хочет, например, посотрудничать с нами на какую-то тему, то вот здесь есть электронная почта. Вот вы нажимаете и открывается моя электронная почта. Дальше, внизу на обложке тоже есть ссылки, но вот здесь, смотрите, есть ссылки на наши группы ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook страничка. Также на главной страничке сейчас вам покажу, где можно увидеть эти ссылочки. Вот посмотрите. Вот здесь вот в правом уголке на заставке, вот здесь есть ВКонтакте. Прямо нажимаете гиперссылочка, переходите на страничку ВКонтакте, группа ВКонтакте, Одноклассники страничка, группа в Одноклассниках и страничка в Фейсбуке. То есть все социальные сети, они указаны наверху. Если вы, например, заходите с Ютуба и хотите с нами пообщаться более подробно уже в личку, вот можете перейти на страничку в наших соцсетях. Так вот, чтобы... Смотрите, чтобы видео продвигалось в просмотрах, чтобы как можно больше подписчиков и просто зрителей его увидело, обязательно под видео нужно написать какой-то комментарий, либо поставить лайк, либо дизлайк, это уж как вам, как говорится, нравится. Но вот здесь внизу есть вот такая строчечка «Оставить комментарий». Вы нажимаете один раз мышкой и можете написать свое мнение о видео, хорошее или плохое, ну, естественно, что в деликатной, этичной форме. Вот, чем больше комментариев под видео, тем есть вероятность, что это видео быстрее наберет больше просмотров и его увидит как можно больше зрителей. Вот, поэтому обязательно, если вы смотрите, например, видео с соцсетей, из Одноклассников, заходите на него, не поленитесь, будьте добры, оставьте, зайдите на YouTube под этим видео лайк, либо дизлайк, и напишите какой-то свой комментарий. Очень большое спасибо всем, кто смотрит наши видео в Одноклассниках, ВКонтакте. В Одноклассниках просто огромное количество людей просматривает, присылает подарки, пишет комментарии. Вот это очень приятно, но хотелось бы, чтобы канал развивался, чтобы вы переходили по ссылочке. Сейчас я вам покажу, где можно переходить на страничке Одноклассников на YouTube. Значит, сейчас мы переходим с вами на мою страничку в Одноклассниках. Вот для тех, кто смотрит через Одноклассники. Вот смотрите, это моя страничка, да? Вот здесь тоже видео идут. И вот здесь есть, смотрите, вот такая вот фотография с обложкой канала. Это группа ВКонтакте. Если вы прямо нажмете на эту фотку, вы перейдете в группу ВКонтакте. И точно такая же фоточка есть. Вот
Это прямо переход на страничку в YouTube. Вот видите, внизу YouTube написано. Вот если вы нажимаете, если вы смотрите, например, из Одноклассников наше видео, если вы нажимаете вот сюда, если вы нажимаете сюда, то вы сразу переходите на наш канал. Вот видите, сразу перешли на канал, на плейлисты. Можете перейти на главную страничку, тоже как вам нравится. Вот, и дальше уже зарегистрировать себя на YouTube и полностью полноправным как бы зрителям написать комментарий, смотреть все наши видео. Вот тут, кстати, есть вкладка внизу «Популярные видео». Можете нажать, посмотреть, какие у нас видео пользуются самой большой популярностью. Вот у нас есть видео в 1 000 000 просмотров, 469 тысяч просмотров, 250 тысяч просмотров, ну и так по убывающей. Вот тут расположено видео, которое самое, так скажем, топовое на нашем канале. Может быть, они вас тоже заинтересуют. Вот такая небольшая сегодня экскурсия по моему каналу. Ведем мы совместно с мужем. В основном, конечно, я снимаю видео, но вот последний сейчас будет выложено видео, снимал муж. Вот мы сейчас делаем ремонт в деревне своего домика купленного. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки либо дизлайки. Всем хороших просмотров. С Рождеством, с прошедшими новогодними праздниками. Всем всего хорошего. До свидания.